Едем на гору Адама смотреть след Будды и Адама. И Кришны. Пика, да. Ну, пик Адама, да. Пика, да. Пик Адама. Дама пик, короче. Дама пик, правильно. На третий день путешествий по горным районам Шри-Ланки мы прибыли в небольшой поселок Налатанья, базовый лагерь для паломников, которые совершают подъем на пик Адама. Она угрожает, хочет нас сожрать целиком. Тут можно снять недорогой номер, чтобы поспать пару часов перед восхождением. Можно перекусить в одном из множества ресторанчиков, находящихся тут же, рисом с карри или роксами, такими небольшими пирожками с овощами и жгучим перцем. You have rice and curry? Yeah, rice and curry. And что будет? Ну, я буду. Все будут. А если это много? Four rocks and four rice and curry. And water. Тут что-то только лепёхи. На вершине пика находится впадина, имеющая форму человеческой ступни, длиной около 1.5 метра. Существует мистическое поверье, что вода, которая скапливается в этой впадине, обладает чудесной целительной силой. Здорово видно. Ну что видно? Время 1:00 ночи. Мы восстали. И сейчас совершим подвиг восхождения на пик Адама, дабы заработать себе прощение грехов всех и встретить рассвет. Все религии считают гору священной, а след на вершине горы приписывают и Будде, и Адаму, и Шиве. Буддисты называют ее Шрипады – священный след, считая, что сам Гаутама Будда посетил это место. Индуисты утверждают, что отпечаток принадлежит Шиве, Богу Верховному, и называют гору Шриван Адипатам – космический танец Шивы. Мусульмане настаивают на том, что здесь Адам впервые ступил на землю. Христиане верят, что здесь оставил свой след святой Томас, христианский апостол, проповедовавший в Южной Индии. Ева проснулись с утра, их друг Гелиос гордился работой. Всю неделю будет жара, дельфийский оракул следил за погодой. Карлик небесный, крылатый колибри, любил на заре напиться росою. Зебры, кентавры, волки и тигры, мифы бурлят горной рекою. Я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Будду, я верю в пророка Мухаммада, я верю в Кришну, я верю в Гаруду. Я верю в Иисуса Христа, верю в Гаутаму Будду, я верю в Джа, я верю в Джа, я верю в Джа и верить буду. Лезем на пик Адама, прошли только 600 метров, сил больше нет. Кажется, что нет, но все равно мы его победим. Громой вулкан разводит огонь, Тору нужен кованый молот. Единый творец держит ладонь над картой жизни, где будет город. Легенды делают нас мудрей, мы чувствуем пульс единой вселенной. Апостол Петр, хранитель ключей, в волшебном танце с прекрасной Еленой. Я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Будду, я верю в пророка Мухаммада, я верю в Кришну, я верю в Гаруду. Я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Будду, я верю в Джа, я верю в Джа, я верю в Джа и верить буду. А что, ребят, вот так вот курить, вот так вот курить.
Да бросай. Я верю в Иисуса Христа, я верю в кого тому буду, я верю в пророка Мухаммада, я верю в Кришну, я верю в Гаруду, я верю в Иисуса Христа, я верю в кого тому буду, я верю в Джа, я верю в любовь, я верю в добро и верить буду. Восхождения начинаются в час ночи и занимают около 3-4 часов, чтобы паломник мог встретить рассвет на вершине горы. Высота подъема чуть более километра, на вершину ведет каменная лестница в 5000 ступенек. Зимою лестница подсвечивается фонарями. Сама же вершина является довольно ровной гранитной площадкой, обнесенный забором. Там же стоит небольшой храм. Под этим храмом на выступающей из скалы гранитной глыбе отчетливо видно углубление, весьма похожее на отпечаток босой ноги человека. Множество людей совершенно разных культур и вероисповеданий приходят сюда для того, чтобы очиститься, прильнув устами к священному оттиску. Когда мы поднялись, тут было уже много паломников, как из местных, так и туристов. Мы находимся на горе, Пикадама называется. Мы пришли с той стороны, и нам предстоит проделать путь в 200 километров, чтобы попасть вот на эту сторону. Ну, вот такие наши планы. После восхода солнца началась месса с церемонией хождения вокруг храма. Крестный ход.
Географически пик Адама важен как главный водораздел острова Цейлон. Четыре основных реки острова имеют исток у подножия горы и впадают в океан с восточного, западного и юго-восточного побережья. Южные и восточные районы пика Адама приводят к изумрудным, рубиновым и сапфировым копям, благодаря которым остров был известен под названием Ратнадвипа. Свое нынешнее имя пик получил благодаря мусульманской легенде о том, что на этом месте наказанный Адам стоял в течение тысячи лет на одной ноге. В исламской традиции Адам был представителем Бога на земле, которому было предначертано стать первым пророком. Именно Адам является настоящим создателем священного камня Каабы в Мекке. После изгнания Адама и Евы из Эдема, милосердный Господь решил смягчить наказание и поместил их на Шри-Ланку, самый благодатный уголок земли, более прочих напоминающий рай. Тут открываются замечательные виды на горные районы Раднапурты. Город находится с юга от вершины. Ну что, мы всю ночь лезли в эту гору, а теперь мы пытаемся спуститься вниз. Хочу вам сказать, занятия похожие, не из самых легких, учитывая то, что мы с боссом немножко посидели. Так что вот и так, наши барышни почему-то нас покинули. А это не успевший к рассвету. Алло. Хочу вам сказать, спускаться не намного легче, чем подниматься. А нам еще идти. Ну, 1000 где-то, да. Путь тоже непрост и занимает 2,5 часа. С сочувствием наблюдаешь, как навстречу поднимаются рабочие с мешками цемента и прочими стройматериалами. Ведь все, что построено наверху пика, было поднято верующими и рабочими на своих спинах. Как и так у нас на Шри-Ланке рассветы. Адама притягивал исследователей на протяжении нескольких веков.
После того, как его посетили араб Ибн Батута и венецианец Марко Поло, это загадочное место стало объектом широкого паломничества.